16-18 марта в городе Омске проходил Кубок России по тхэквондо. В соревнованиях приняли участие более 2000 спортсменов из 23 регионов России. Наш мобильный репортер не случайно оказался на этом турнире. Дело в том, что одним из участников стал спортсмен из Видного Дмитрий Спичкин. Кубок России принял у себя футбольный манеж «Красная звезда». Одновременно бои проводились на 9 татами. Дмитрий занимается тхэквондо уже 17 с лишним лет. Сейчас он тренирует подрастающее поколение спортсменов, которые становятся победителями состязаний различных уровней. Он считает, что соревнования очень важны для улучшения результатов каждого спортсмена, поэтому постоянно сам выезжает на турниры. На Кубке России Дмитрий Спичкин участвовал в 2 встречах. Соперника из Омска в первом поединке победил со счетом 4-0. Второй поединок оказался не столь удачным. Спортсмен из Новосибирска оказался сильнее. В итоге Дмитрий занял 3-е место в дисциплине спарринг. Результат хороший, считает спортсмен из Видного, тем более, что это часть подготовки к Кубку Европы, который пройдет в июне этого года в России.